Всем добрый вечер, ребяточки. Я нахожусь на кладбище, на Байковом. А вот, непосредственно возле очень красивых склепов. Вот мы их будем рассматривать с вами. Так что подписывайтесь, ставьте колокольчик. Ну что ж, приятного просмотра. Погнали. Так. Интересно, те люди, которые живут рядом, что они знают, что они не знают. Вау. Красивый еще один гробик. Да что ж по одному-то пооставляли? Ну, по паре бы. На рассаду. Как на рассаду, да. А какой-то второй вон. Так, слушай, прям железные-железные, да? Железные, не бетонные. И видишь, они вот, типа, ржавые, негодяи, видишь? Которые да. Тут лазили, они их резали ножницами. Вот. Да. Ну, типа, чем было, да? Или как? Ну, какие-то ножницы по металлу привезли. И... Ну и что они там нашли? Хотелось бы. А, вот это тоже они как-то глянь, выдирали. Ну, угу. Прям выдирали, прям вандалы. Я не затрудняюсь сказать, что я сюда пролезу. Так, ребяточки. Пробрались в склеп, в который я еще не пробиралась. Вот этот армия ряд склепчиков. Я издалека вам его не покажу, не буду отходить, потому что сзади одни могилы, и очень вполне вероятно наткнуться на такой вот колышек, пик. Поэтому мы просто, ну что там такого, заглянем внутрь, насколько это позволит. Тоже балки. И ничего не осталось святого. Вот этих склепов. Кроссовок остался, между прочим. А это уже тоже что-то о чем-то говорит. Вот еще один склепчик. Кроссовок есть, но человека нет. А вот и гробик. Остатки гробика у нас тут. О, так. Блин. Какая кованая дверца красивенькая. Кстати, тут не там кирпич, а здесь камень. Или как это называется? Ну, смешанное, да, вот его раздробили. Как-то это называется, я только не разбираюсь как. Смотри, тут гробик. Со своими визеруночками. А вот посмотри, а вот тут тоже гробик. Я думаю, да. Вот. Причем да. Он, наверное, каменный какой-то. И, ну, и с дыркой там, обычно. Ну, как всегда. А вот видишь, просто там зазор, да, в стенке? Ну, нет. Да, вижу. Да, это гроб. Раз, два, три. Три, лет думаешь? Два. Ну, еще и вон, смотри, уже с ржавели балки. Тут их много было. Ну, вот один, вот второй и вот третий. Ну, если а это... вот этот? Раз, два, три. Может быть, это один. А один... Вот еще, вот видишь, ребром лежит крышка. Да, это второй. И вот третий. Раз, два, три. А, ну, ты об этом? Ну да. Ну, а логически же четыре было. Раз, по-моему, два, да. Три, четыре. Ладно, посчитали, сколько могло быть гробов. Класс. Вот тут, смотри, могила уже и не скажешь. О, еще один гробик. Интересненько. Видишь, я же тебе говорю, каждый раз я что-то в этот бываю и что-то новое вижу. Я вот тут конкретно не смотри, дошла. А тут тебе какие-то из бетона, а этот вроде из металла такой. Потому что бетон такой. Ну, а сверху покажешь, они просто пылью так прикрылись. И, ну, это, кажется, скорее всего, металл. Металл, да. Какие-то металлические стрелистики на стенах. Типа, я не знаю, интерьер. Не сняли, пожалели. Ну, тут остался один гроб. А что под... ничего. Ничего. Так вот. А вот гроб Радзини. Ну вот это польский 100%. Тут уже понятно.
вроде бы, да? Number 17. А вот этот Городецкого, да? Красавчик. Я хотел посмотреть, но не... Вот этот обвалился, он не был обвален. Да. Не поэтому, было. Ну вот, вот это все, видишь, сложили аккуратненько. Ага. Он не был обвален. Я сюда не заглядывала. Ну, а что я тут, собственно, хотела увидеть? Вот там вот та дырочка, которую ты говорила. Да, а здесь вот проблема к нему попасть. Ну, вот, видишь, когда там проходит, вот. Вот. Так, давай лабиринт. Как-то... Под дерево. Ну, пойдем попробуем. По архитектуре. Потому что уже глаз набит. Здесь два знаменитых архитектора. Второго, на жаль, не помню. А, ну, Городецкого не узнать, ну, уже сложно, мне кажется. Мне кажется, знаешь, я ж, конкретно не проверяла. Вот он. Такой мистический. Ну, мистик, он все такое любит. Все такое. Ой, там женщина. А самый большой склеп. Вот ты сразу поймешь, что то Городецкий, уже больше не будешь ни с кем путать. Сейчас. Ну, он на той стороне. Ладно, давай пока здесь разберемся. Так, а тут женщина. Ну, явно это же, наверное, не та женщина. Уже по-любому бы кто-то спиздил и как бы что-то рассказывал, какие-то истории, правда? Знаешь? Ну, фотка бы за столько лет не сохранилась. Ну, она старенькая, да, но она кто-то старая, просто... Ну, да. Ей не десятки лет. Ну, и ты понимаешь? Может, вот, может, нет. Что кто-то ж в это верит? Ты так мило стоишь на могиле у... Не-не-не. Я имею в виду на территорию у красивого такого крестика. А ты ж понимаешь, что кто-то какую-то эту ерунду верит и поставил там какую-то женщину, не ради ж прикола, а типа... Ну. Там зависит от его энергетического уровня. Может, от умственного? Ой, смотри. Я заметил. Ребяточки. Понятно. Вот эти какая девушка красивая, собачка, еще и капли так на нее попали от дождя. Ну, молодец, молодая, смотри, 87-й, 87-й, это сколько? 90, это 13, 15 лет. 40. Пройдешь, о, мы сейчас туда в дырочку залезем. Я там, вот тут вот я вот еще вот, в общем, понесло. И вот здесь вот, ребят, кладбище, темно, дождь идет. Смотри, не пролезли, но дырочку сделали. Может быть, здесь есть ответики. Кстати, архитектура опять, mm-hmm. похожая. И деревья так рядом выросли, конкретно. Ну, ему вот этому даже 100 лет нет, вот этому дереву. Вот оно двойное просто, да? Вот. Ну, нет, вернее, до 100. Вот так вот. Ну, всего ну, лишь. Я про то, что деревья тоже разрушают. А, корни. Ну что, заглянем в дырочку. Блин, не видно. Что? Не видно. А что, а как тут, ну, такие кованые... Как они туда? Залезли и все... Как они туда мусор накидали? Значит, это... Дверь была открыта раньше? Получается. Ну, очень давно она была открыта, посреки, не знаю, да, кованые, ну, не кованые. Лет 10 точно она закрыта. Вопрос, как они туда залазят? Или просто... Может, лет 10 назад и залазили. Бутылки свежие. Ну, наверное, а может быть, кстати, сверху дырка есть. Там же у некоторых есть дырки. Склеп. Тоже вариант. Еще один склепок. Смотри, какие красивые. Ну, как красивые.
Люди просто. Люди и люди. Ничего здесь нет. Тоже пожар был или что? Такое? Ты думаешь, да, обуглено. У стекло погоревшее, я так понимаю. Да. Прям, ну и запах пожара точно есть. Так. Вот где-то вот на этом уровне оттуда мы не прошли, потому что было все заросшее. Как так вот сужается все. Сужается. Сужается. Памятник повело, да? Повело. Брик. Не-а. Ничего нема. Все. Утомило. Когда ничего нема, утомило. Они же обрезаны, и, скорее всего, кто-то хотел стырить. Но советский, дерево, да, такой? Но дерево не отдал. Дерево не отдал. Дерево, ты молодец. Рик, зато дерево грызет грибы, а это грибы-паразиты. Ну, и на деревьям им больно. Вот так вот. Как корона. К одному склепчику. Да пройдешься тут. Ну, хоть без пик. Оп! Оп! Пойдем. Ой, футбольный мяч. Смотри, тут футболист. Обычно футболисты на этом Аллее Славы. Это Гребер. Мастер спорта. Гребер. Гревер или Гребер? Кто знает, ребятки, отзовитесь, кто такой Гребер. Вот еще один склепчик, спрятанный от нас, от всех. И он был закрыт в прошлый раз, поэтому сейчас он открыт. И там находится инвентарь для уборщиков. Прикинь, лопаты, эти грабли. А так обойти. О, так. Да. И вот самый богатый памятник. В туях весь. Вот смотри, аллея какая, какую сделали аллею. Туи, ребяточки, туи. Мы заходим на территорию вот этого. Нет, мы не заходим. Это еще начало получается. Понял, да? Вот такой парк себе сделали. И вот так вот это выглядит. Вот такие вот кто-то. Ну, и ты, что надо... А, это святые. Это богатые святые. Святый кто-то. Кто-то святые. А и все, собственно, двое. Пока двое. Предположительно, с той стороны тоже, наверное, будет, да? По красоте. Нет. Ребяточки, вот склепочки у нас очередные. Сейчас я сделаю фонарчик вот так вот. Да. Конечно, все очень прекрасно видно. Мария. Александра. Да. Да. Вот такие вот красивые склепы. А вон над ними, смотри, я не знаю, что там, туда тоже не залазило. Ну, короче, еще много чего я куда не залазила. По фамилии, понятно, Гишевич. И по значку, если ты его видел, не видел. Они евреи. Да вот, смотри. А это евреи. Ну да. Ну, это же. Какие-то русские видно. Евреи. Ну, обычно же евреи на иврите. Ну, ладно. Русские современные евреи. И вот самый знаменитый склепчик. Мы уже на Парковой аллее. Ну, ладно, пройдусь. Я тоже его наснимала. Пика. Вот здесь вот в прошлом году было, как в тех старых склепах. Ну, не убрано. В этом году убрали. Наверное, туристы поперлись и решили убрать.
Так, ребяточки, видно вам или нет? Не видно. Окей, не будем показывать этот склеп. Вот это нижняя часть стен склепа в, как не знаю, аллея склепа. Ну, вот красивый, готический такой, ну, готененочек такой, но вам не видно. А вот еще такая же архитектура, как вот чуть выше была, похоже. Григория и Натальи Емельяновы. Ну, тут же 1909. И дальше. Ты не представляешь, как я первый раз тогда обнаружила эти склепы, как я боялась всего. Звука, шороха, вороны. Показалось, смерть, трупы, что там, духи злые. По-моему, тут кирпичик заложили раньше. Ой, ну да, свежий, чем это. Хотя не знаю, где-то должна быть дырка. Ну, между ними разница как десятилетия. Вот тот старше, чем этот? Да. Ясно. Значит, где-то дырка в другом есть. Вот вам склепик еще один. Чик. Тоже с крестиком. И тут уже не написано никто, никого. Свешниковый. Свешниковый? А, вижу. Усыпальница. 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 Хорошо. Теперь попробуем вон следующий склепик. Опять. А теперь архитектура похожа на те, ну, кирпичные, которые. Я туда не полезу, честно. Уже устала. Сосюрка. Здесь много. Бойченко. Кто бы не был. Ковпак. Кстати, свежачок тут где-то впихнули. Хотя нет. Ну, этот. У меня венок этот. Чёрный стоит. Советский Союз. 87-67, 30 лет. И ради чего? Вот эти мне нравятся. А ну, читай. Да нет, они у него гости. Что-что? Что там? Ну, 8, ну, 800. Вот это я, так это 130, что ли, или сколько? Да это нет, ну... это не умеешь. А, 87? 80. Все, поняла. Так, это 83 плюс 7, 90. А этот, вот эти мне вот умиляют памятнички. Еще раз попробую. Так, где наши, ой, цыганские друзья, ребяточки. А вот, по-моему, и они. Кстати, да, одна из цыгане. Но не видно. Что, ребяточки, заканчиваю этот выпуск. Так что подписывайтесь на мой YouTube-канал. Ставьте лайки, комментарии. И всем хорошего вечера, ночи, дня или утра. Пока-пока.